На смену обычным стационарным мангалам, которые все чаще размещают на даче, пришли новинки, интересные вот такие, от интернет-магазина «Хитсад». Это уличные очаги, камины или по-другому костровища. Уличные камины могут совмещать в себе роль источника тепла или света в прохладное вечернее время суток, или роль барбекю. На некоторых каминных очагах можно готовить овощи, мясо, приобретя вот такую вот решетку-гриль обычную. То есть здесь засыпаются угли, ставится решетка и все готово. Все уличные очаги изготовлены из прочного металла. То есть они являются долговечными, устойчивыми и достаточно мобильными. То есть, смотрите, их можно легко переносить в любую зону дачного участка. Среди разнообразия всех представленных моделей можно сказать, что они имеют разную форму. Может быть, форма вот такая вот обычная. Здесь имеются ручки для переноса или перемещения. Как работает эта конструкция? То есть туда помещаются дрова или обычный уголь, разжигается костер. Или, например, вот такие квадратные необычные формы. То есть, как видите, они легко перемещаются. Горит огонь, я их могу подвинуть куда-либо. Украшен декоративными завитками, имеют устойчивые ножки, прочные. Или могут быть вот такие вот интересные уличные очаги в форме барбекю. То есть у них уже в комплект входит вот такая вот решетка съемная. То есть готовим блюдо, разжигаем костер. После того, как все приготовлено, нужно накрыть стол. Мы можем убрать вот такую вот решетку, потушить костер и поставить вот такую деревянную столешницу, которая, как и решетка, входит в комплект к этим моделям. Такие очаги легко очищать от золы и пепла. По мере сгорания дров пепел просыпается между прутьями и падает на землю. То есть для этого мы изготовили специальную подставку снизу. Очищение очага не занимает много времени. Промойте водой из шланга, и он вновь станет чистым. Покупайте очаги и барбекю от интернет-магазина «Хитсад». Готовьте вкусные блюда на природе в преддверии весенних праздников.